Близ Перми на железной дороге есть одна станция, находящаяся в лесном массиве. Много лет назад здесь случилась трагедия. Однажды, дождливой летней ночью, одна припозднившаяся женщина, пытаясь попасть домой к себе в село, переходила железнодорожные пути, но подскользнулась на мокрых от дождя рельсах и упала. А по рельсам в это время мчался скорый поезд. Женщина не сумела подняться и попала под поезд. Ее перемололо под железными колесами так, что оторвавшаяся голова укатилась в кусты далеко от дороги. Сейчас же, по ночам, иногда тут происходит страшное. Поезда останавливаются и стоят на станции по несколько минут. И в эти самые минуты происходит следующее. Спящие, ничего не подозревающие пассажиры вагона слышат томный глухой звук удара чем-то по стеклу снаружи. А проснувшись и отдвинув занавеску, пассажиры видят ужасный склизкий кровавый след на стекле. А за окном у вагона в ночной мгле стоит безголовое тело женщины. Затем из кустов в руки женщины катится ее истерзанная оторванная голова. Обезглавленное страшное тело мертвой женщины берет голову в почерневшие трупные руки и с силой кидает ее в стекло вагона, тем самым уведомляя пассажиров, что она тут, она рядом. И так до тех пор, пока поезд не уедет со злополучной станции. А бывало такое, что оторванная голова залетала прямо в купе вагона и начинала истошно кричать. А после раздавались быстрые, тяжелые шаги бегущего безголового тела женщины по вагону. И попавшихся на ее пути людей она в живых не оставляла.